Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о боли в спине и о том, как от нее можно избавиться. Боль в спине – явление настолько распространенное, что, наверное, каждый с ней сталкивался. И самое неприятное в ней – то, что настигает она внезапно, прихватывает во время занятий спортом, игр с детьми. Еще один вариант развития – это работа в огороде. Когда уборка урожая, посев, каждый день кормит год, а тут, как писал Высоцкий, пора пахать, а тут ни сесть, ни встать. Разогнуться невозможно, не то что работу выполнять. Что же делать? Всем известные способы. Пояс, широкий фиксирующий пояс, грелка к спине, ну просто кот на спину. Они действуют не очень эффективно. Мы разработали специальный метод, предназначен целенаправленно для воздействия на мышцы спины и суставов, на сами суставы, на все структуры, которые подвергаются негативному воздействию. Этот метод состоит в том, что на электроды электростимулятора наносится специальный крем, специальный озонированный крем. Свойства озонированного масла известны достаточно давно. Оно прекрасно действует при остеохондрозе, применяется для аппликаций, для массажа с банками. Но у масла есть один недостаток, оно плоховато впитывается. Мы это учли и разработали специальный крем. Но он не просто озонированный крем, он специально приспособлен для работы с электродами. И так и называется — электродный озонированный крем. И суть метода в том, что на электроды наносится озонированный крем, а потом, когда проходит электростимуляция, все полезные вещества крема впитываются в ткани. Впитываются в ткани и создают там депо, которое дает отличный эффект. Азотенс объединяет оба метода – масло и электростимуляцию, и совместное действие, взаимное усиление эффекта от каждого вида процедур дает новый уровень результата. Но фактически речь идет о новой методике. Под действием стимулирующих импульсов, проникающих в ткани активных веществ, быстро уменьшается боль, уменьшается отек и улучшается кровоснабжение тканей. Происходит мощное воздействие не только на мышцы, нервы, связки, суставы. Весь организм отвечает на лечение улучшением самочувствия, настроение, приливом сил. Особенно заметно на шейном отделе позвоночника. Все, кто применял этот метод, отмечают улучшение памяти, улучшение сна, активности мозга, настроение. Мы разработали этот метод с ориентиром на пожилых людей, на пациентов с ограниченными возможностями, но и молодым, здоровым будет полезен. С помощью этой технологии можно не только избавиться от боли, но быстро восстановиться после высоких нагрузок, повысить эффективность тренировок, особенно перед соревнованиями. Управление аппаратом очень несложное. Проводить процедуру самостоятельно можно, без посторонней помощи, даже если уже суставы плохо сгибаются. Теперь не надо идти на процедуру в поликлинику, сидеть в очередях с риском подхватить какую-нибудь заразу. Теперь можно получить необходимую вам помощь в любое удобное время прямо на дому. Самим поправить, укрепить здоровье, избавиться от боли. Можно подобрать электроды специально под ваш случай. Мы разработали для наиболее часто встречающихся проблем специальные электроды. Для шейного отдела позвоночника, для воротниковой зоны, для тазобедренного сустава, живота, поясницы, коленного сустава и так далее. Но сами курсы занимают 7-8 процедур, иногда чуть больше. Между курсами перерыв можно делать 2-3 недели. Физиотерапевты и инструкторы лечебной физкультуры утверждают, что повысить эффективность и сохранить эффект от этих процедур можно, используя специальные лечебные комплексы физкультурные, которые укрепляют мышцы, не дают им застояться, поддерживают их в тонусе, формируют мышечный каркас. Подробности о проведении процедур вы можете посмотреть на наших информационных роликах. Так что обращайтесь, поправляйте свое здоровье, будьте здоровы, живите в радость. Всего доброго!